Она вошла, как острый нож листает. Пуста, прекрасна и сильна, как дело безумно стая. Она во льдов послушный свой, мой бедный разум пригодила, меня, как цепь дураковой, сковала с ней слепая сила. И как бы тебе много дорого, и горь не пьяница, как черви падали прикормой, я в ней навек проклятой иду. Я стал молить, лишь ты мне можешь вернуть свободу, острый меч. Ты, вероломный яд, поможешь мое бессилие пресечь. Буду подружкой, будь покой, с презрением отвечали мне. Ты сам свободен и достоин. Ты раб по собственной вине. Когда ты скажешь об мире, мой разум твой освободил. Ты жив, холодный кровь воды. Дорвешь нам сами свои. Сочи, Орла, поедем жить, топ-сет, Краснодар. А голос глубокий и звучный. Впрочем, не нужно лишних слов. Наслаждайтесь. Мария Мусаева, доктор Филдуд. Встречаем! Thank you.
Наталья Танцева с танцем «Бал сатаны». Номер 3. Валерия с очаровательным стихотворением. Номер 4. Алена Филёва исполнила песню «I will always love you». Thank you.
номер 8. Футболист Алексей Малей. Подружка,
Итак, главная интрига сегодняшнего вечера нашего бала мира. Кто же стал победителем в первой номинации? Итак, всем вызовем. Аплодисменты для этих пожеланий. Приветствую королеву! Королев!
говорю вам,